В Актюбинской области приводят в порядок старые школы. К новому учебному году в регионе отремонтируют более 110 учебных заведений. Активное участие в модернизации зданий принимают и предприниматели. Подробнее об этом в нашем сюжете. В средней школе номер 3 построена почти полвека назад. Ремонтные работы уже завершаются. Фасад получил новую отделку, а территория школы – ограждение. Кабинет и спортзал ждут ребят после капитального ремонта. Средства на модернизацию здания в размере 150 миллионов тенге выделил один из местных предпринимателей, который когда-то учился в этой школе. Полностью обновлен фасад школы, основное здание, пристройка, отдельно стоящая мастерская для мальчиков. Значит, заменены окна 250 штук по всему периметру школы на новые, современные. Происходит замена всех дверей, делается полный ремонт спортивного зала, там заменена, значит, отопительная система. Всего за последние годы посильную помощь в восстановлении старых школ оказали около 2000 успешных выпускников региона. Одни помогают с ремонтом, другие – с покупкой необходимого оборудования и инвентаря. В местном бюджете в этом году на эти цели выделено 2 миллиарда 300 миллионов тенге. Кроме того, в области ведется строительство 6 новых школ. Три школы строятся в городе Актобе. Они будут сданы в эксплуатацию 1 сентября этого года. Остальные – это школы, построенные взамен аварийных в районах области. Их мы планируем сдать до конца года. Не забыли местные спонсоры и про учащихся. Им помощь оказывается в рамках акции «Дорога в школу». Для многодетных и малообеспеченных семей это огромная поддержка. Стоит отметить, что активное участие в акции принимают не только предприниматели, но и работники различных государственных организаций. В этом году наше предприятие обязуется, взяло на себя одеть в количестве 14 человек из малообеспеченных и многодетных семей. Мы хотим, чтобы дети этой категории пошли в школу с хорошим настроением, чтобы не чувствовали себя ущемленными, достойно учились, хорошо учились, выросли хорошими, достойными гражданами нашей республики. Помощь в приобретении школьной формы и принадлежности уже получили более 2000 ребят. Продлится акция до конца месяца. Гульнара Хасан, Аксаули Байменшина, Айнадин Малдабеков, 24 KZ, Актобе.